Туроператоры отменили рейсы в Индию из Красноярска. Направление решили закрыть из-за его нерентабельности. По мнению специалистов, из-за курса валют многие клиенты теперь не могут позволить путешествие на Гоа, и, как следствие, самолеты курсировали полупустыми. Те туристы, кто сейчас находится в Индии, вернутся на своих запланированных рейсах. В целом, зарубежные туры потеряли 70% спроса, тогда как отдых в России вырос в продажах на 150%. Сейчас из Красноярска можно улететь только в Таиланд и Вьетнам. Что касается Индии, то отмена рейсов носит временный характер, поясняют специалисты. 16 числа вылетает крайний рейс в Индию прямым чартерным рейсом из Красноярска. Дальше полетная программа с 26 числа снята, и рейсы пока прекращены. Мы искренне надеемся, что, конечно, ситуация наладится. По прогнозам сложно давать, по крайней мере, до июня месяца. Индия вряд ли появится. И только, может быть, с началом следующего осеннего сезона имеет смысл говорить о восстановлении этой полетной программы. На мой взгляд, это направление может возобновиться только в этом году, скорее всего, в конце года. Это октябрь-ноябрь месяц. Ранее это маловероятно, потому что летний сезон – это не тот сезон, когда имеет смысл ездить на Гоа. В связи с этим раньше осени прогноз, скорее всего, нет.